Избившим судью футболистам клуба «Дербент» грозит пожизненная дисквалификация. Инцидент случился 7 сентября после окончания матча 3-го дивизиона чемпионата России, в котором клуб из Южного Дагестана в гостях играл с командой из Астрахани. На 87-й минуте встречи арбитр удалил футболиста «Дербент», что привело к потасовке между игроками обоих клубов. После игры несколько футболистов «Дербента» зашли в судейскую и избили арбитра. Теперь спортсменам грозит наказание от 2 лет до пожизненного срока дисквалификации. Помимо этого, меры наказания будут применены и к тренерам.